Не знаю, смогу ли. Эй, выглядишь супер. Что-то мне не супер, чувак. Ты помнишь, что это моя свадьба? Да. Кольцо у шафера? Да, сейчас. Потерял? О, стоп! Нашел! О, без него никак? Некоторых людей знаешь так давно, что они тебе как родня. Не парься, ладно? В смысле? Если я пропаду после твоего медового месяца. Что? Адам, где тебя? Сара, у нас проблема. Венеция! Венеция! Можно ваш сортир? Что? Нет, надо сбросить стоять балласт! Я хочу, чтобы медовый месяц им реально запомнился. Вот повезло, что на меня билет остался. Очень повезло. Баф. Джорджио. Что за друг такой? Вау. Джорджио! Ты не говорил, что приедешь ко мне с богиней? Надо валить отсюда нахрен. Я извиняюсь, но давайте по чесноку. Все так ненадежно стояло, что коллапс был неизбежен. Есть одна идея. Мы барыжим коксом? О! Моя жена в плену у долбанного итальянского мачо-наркобарона. Добрый день, Баф. Какого хрена у тебя утечка кокса? А вот у меня прилив уверенности. У тебя прилив, потому что ты тонну кокаина занюхнул. С наркотиками есть малюсенькая проблемка. Не бойся, я высосу пулю. Чё? Стоп, только через мой труп. Ну, собственно, так и задумано. Баф. Да? Ты что, отписался? Да, есть такое. Причина уважительная, я чуть не помер.